Здравствуйте, меня зовут Ольга, я скульптор компании Berkanen. Я занимаюсь разработкой концепций новых изделий, их прототипированием для наших коллекций. Разработка новых концепций изделий состоит из нескольких этапов. Сначала я отрисовываю скетчи, которые далее согласуются нашей командой, вследствие чего определяется концепция будущего изделия. Далее я создаю из модельной глины миниатюру, макет будущего изделия, продумывая все детали от индивидуального неповторимого дизайна до эргономики и практичности эксплуатации продукта. И только после этого наши инженеры сканируют мой макет 3D-сканером, чтобы воссоздать 3D-модель и изготовить прототип изделия в масштабе 1:1. После чего уже последует изготовление самой матрицы изделия. Согласование проходит на каждом этапе прототипирования, что позволяет сделать продукт безукоризненным, а продуктовую линейку максимально органичной. Один из макетов на моем столе – лежак Ривьера, который уже запущен в производство и скоро появится в нашем каталоге и будет доступен к заказу.